Китайский инвестиционный банк ICBC купит лондонское хранилище драгоценных металлов. Соглашение об этом было подписано на прошлой неделе. Пока хранилище принадлежит финансовому конгломерату Barclays. Оно является самым крупным в Европе и рассчитано на 2000 тонн золота, серебра, платины и палладия. Кроме того, хранилище считается одним из самых безопасных в мире. За это его уже крестили «маленький Форт Нокс». Как ранее писали СМИ, входная дверь может выдержать прямое попадание из гранатомета. Утопленные в стены плинтусы препятствуют созданию тоннелей. Крыша электрифицирована. Точное место расположения хранилища не раскрывается. Оно расположено где-то в пределах кольцевой лондонской автодороги М25. Моим первым впечатлением было, что я нахожусь в фильме про Джеймса Бонда. Система безопасности очень-очень надежная и управляется очень хорошо. На самом деле не нужно даже много персонала. Это электронная система, которая мониторит ситуацию и управляется автоматически.